Привет, друзья, подписчики мои, у нас сегодня будет обзор, он такой вот Beyblade Burst Takara Tomy, серия GT, Lord Sprite, Red Bahamut и Slash Dragon. Если вам интересно, откуда у меня данный сет, друзья, то ссылка на классный магазин Beyblade 24 в описании к этому ролику, там еще можно скидку по моему промокоду получить, и там есть разные волчки от Takara Tomy, от самых старых до самых новых. Четвертый сезон, третий сезон, самые все ваши любимые волчки, пам-памчик, пам-пам. Ссылочка, друзья мои, в описании. Спасибо огромное ребятам, что мне прислали. Я прям кайфую с этого сета. Поэтому вы тоже можете заказать себе, друзья, и всякое такое разное. Ну что ж, давайте посмотрим. Lord Sprite, Slash Dragon и Dread Bahamut. Давайте открывать данный набор. Мне прям очень уже не терпится. B140, я просто оттягиваю немножко, чтобы была интрига, потому что я безумно хочу посмотреть. Так, у нас показано сзади, что показано? Зеленый чувак, Спрайзен и Дред Багамут. Ну, давайте открывать, уже давно пора. Все-таки уже посмотрим. Так. Что? Я прям нервничаю, серьезно, я прям так хочется его посмотреть. О, и здесь с правой стороны нас встречает карточка в Б-логер. Это Lord Sprite. Круто. А с другой стороны, интересно, есть что-нибудь или нету? Тикс. Да. С другой стороны у нас Dread Bahamut. Вот такой крутой. Так, ну что ж, давайте. Так, где наклейки мои? Вот мои наклеечки. Вот такой у нас комплект для... Я забываю, как его зовут. Для дракона, для богомута и для Спрайзена. Как будто такие глаза злые у Спрайзена, да? Прикольные наклеечки. Мы сразу их открываем в ролике, потому что... Ну, потому что так. Что-то у меня... Вот так лучше, мне кажется. Свет какой-то пробивается в мою студию. А если я вот так сделаю? А вот так? Как вообще, как будто включили просто лампу дневную. Мне нравится такой вот свет, прикольно. Мне больше нравится. Вот, солнышко наше. Так, понятно, QR-код никому не нужен, какая-то фигня. И вот такой лист с наклейками. Ну, знаете, плотненькие наклейки, прям топовые, прям хорошие. И давай посмотрим. Кто у нас тут? Кто у нас тут? Так. Вот такой у нас драйвер идет от Slash Dragon. Ну, драйвер от Oracle Kuma, ничего нового, но драйвер клевый. Дальше. Диск под номером 00 от Ахиллеса. И... Аккуратно. Аккуратно. И вот такой у нас получается Slash Dragon. С диском, кстати, от Zwei Longinus. Очень классный. Мне прям нравится по цвету, к сожалению. А это вот знаете, кто, о чем я вам говорил, кстати? Диск от Волтроека и выносливый наконечник. И это прям топ, друзья. Это прям супер вообще. Ну-ка. Ну, конечно, он не будет брать, это я шучу. Но классный. Внешне прям, ну, мне очень нравится. Идем дальше потихонечку, мы распакуем все. Рано или поздно, поздно или рано, мы все распакуем, распакуем. Такс. И здесь, на самом деле, я не хотел, на самом деле, но буду бомбить. Но по-другому никак. Во-первых... Takara Tomy решила над нами поиздеваться. Она выпускает... Кого она выпускает? Сейчас покажу. Где он? Малыш мой. Она выпускает... Вот такого Dread Bahamut в рандом лоэре. Он лилового цвета, красивый, да? И у меня вот такие тальки лилово кастомные. И она показывает, что вот такой комбинации, там другая была комбинация, можно его там, допустим, сделать крутым, он будет вращаться, будет классно. Но! Он постоянно взрывается. И играть просто невозможно. Поэтому нужен стоп-берс систем для гач. Это первый момент. Второй момент. Она выпускает вот такого Dread Bahamut. Он, кстати, другой. Здесь черный, здесь лиловый. Как вам нравится больше, пиши, пожалуйста, в комментариях.
И она такая, типа, возьмем драйвер от Кирбиуса и вставим ему металлический шарик. Вот это мы придумали революцию. Нет, уже давно такое, уже все такое сняли уже давно 10 раз. Дальше. Берем диск от Legend Spriggan'а, берем, короче, раму от Chozet Spriggan'а, и будет новый диск, лиловый. Почему лиловый-то, если сам Богомут черный? Вот, вот. А ну стоять, сейчас, секунду. Оп. Вот к этому Богомуту лиловый диск тема. Вот здесь хорошо смотрится. А здесь такое. Ну ладно, хорошо. Давайте посмотрим, как выглядит сам оригинальный диск от Гачи. Так, он у нас... Кстати, подписчик, я объясню. Я сюда поставил диск, да, Stobber System, и вот он у меня в правую сторону, потому что в мультике именно так. И мне написал мой самый-самый умный подписчик, что вот, ты неправильно делаешь, ты все не так сделал, бла-бла-бла, оно стоит в левую, ты не шаришь. Чувак, special for you, открыл Такаратоми, а одним дублем, где диск? Где? Где красная фигня? Где красная пипка с правой стороны? Поэтому извиняйся, извинюсь. Вот, шучу, давайте его откроем. Да просто меня раздражают эти умники, комментаторы, понимаете, которые мне пишут в личку, пишут какую-то ерунду. Вот такой у нас верхний слой. И вот такой у нас Stobber System. Красненький, но прикольный, симпатичный. Ладно, давайте его соберем. А, я все время забываю. Гачи! Типа я так делаю, хорошо. И собираем его in the left, in the left. Но все равно слабо. Даже с этим Stobber System'ом все равно как-то слабенько. Но крутой, чисто классный. Хотя, кстати, подожди, они как-то зачетерили. Смотри, они оставили вот эту вот фигню такого же цвета, а диск сделали черным. Могли бы его тоже обновить. Ну, что-то они как-то, вот я не знаю, подзабили. Либо уже оставили бы фиолетовым, либо уже прокрашили бы этот в черный. О, ну, типа чип. И раму в черный. Так странно выглядит. Ну, ладно. И последнее, что у нас тут есть, это, конечно же, всеми любимый, всеми желанный. У меня с ним куча роликов, друзья, на канале выйдет. Конечно, обязательно. Lord Sprizen. Lord Sprizen, друзья, это что-то с чем-то, друзья мои. Это, знаешь, когда нет идей, я снимаю рандом битвы, когда у Такаратоми нет идей, они что делают? Они берут! А, я прям не могу! Сейчас покажу, подожди секунду. А, сейчас я достану мою коробку с блэйдами. Они такие говорят, вот вам драйвер от Чузата Хелеса. Раз, есть. А, ну, а они такие сидят. Нет, 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 бро, бро, они займи. Они догадаются, ньюкомонный блейдер нас просто расфигачит. А он только говорит, тогда мы сделаем белую пипку. И сделаем к Stobber System красную пружину. И тогда точно никто не догадается, что это одно и то же. Но я догадался. Такаратоми, камон, я догадался. Это все одно, блин, и то же. Первый раз вижу, здесь написано баланс. Ни разу не замечал. Прикольно, здесь тоже, кстати. Ну, немножко свет, конечно, темноватый. Такой же темный, как у... А где? Вот, такой же цвета, как вот у Sprizen'а. То есть, что за это? Вот, поэтому это есть. Окей. Что-то, казалось бы, это можно было бы остановиться, но нет! Такаратоми говорят, мы возьмем диск от Slash Valkyrie вот такой и сделаем вот такой вот. А-а-а-а! Как вам? Но это же одно и то же. Камон! Они такие, нет-нет, они догадаются, они догадаются. Он такой, да, мы его перекрасим в черный. А? Совершенно другой диск. Абсолютно просто другой диск. И финальный. Это вообще просто. Они такие, давай-ка мы возьмем что за Sprizen'а? Да? И поставим на него чип. А-а-а! Он такой, да догадаются, догадаются. Ничего не догадаются, мы догадались. Ну, камон, ну посмотри, друзья, это же одно и то же. То есть, только здесь единственное, что... Вот, ну, вот так, вот. Вот так, это боком, во. Чисто, посмотри, я вообще не вижу разницы, ребят, серьезно. Чип только вытаскивай и вставляй сюда. Ну, а так, если, конечно, мы отбросим все сомнения, отбросим то, что это одно и то же, по факту. Нам... То есть, они сначала сделали нам Spriggan'а Requiem'а, потом они сделали нам с таким же драйвером Chozet'а. Хотя, кстати, вот со Spriggan'а Requiem'а переход на Chozet, это было, конечно, мощно. Мощно. Вот, ну, а так, конечно, ну, бег. Вот, и вот шестое поколение Sprizen'а меня лично вообще никак не трогает. Абсолютно. Беру волочки. Текс.
Все, готово. И что мы в итоге имеем? Lord's Prison. Типа новинка. А ну-ка. Типа новинка, но нет. Стандартный с Prison. И он, по идее, влево в правую сторону. А как интересно его поменять режим? Как это сделать? Не пойму. А подожди. А, вот, наверное, сюда надо подставить. Да, вроде встала. Да, есть. Подожди. Сейчас попробуем. Поменялось? По-моему, поменялось, да? Слушай, странный волчок на самом деле. Не понимаю я. Не понимаю, как он работает. Давай, соберем. Ладно, может, сейчас будет понятней. Ого! Чуваки, вы слышите? Послушайте. Это самые сильные щелчки. Он не взорвется никогда просто. И это опять ошибка. Вот они сделали ЧОЗ серию, да, без взрывов. Людям не понравилось. Они сделали гачи слабейшими просто. И людям это тоже не нравится. Они делают Lord's Prison вообще, который не может разорваться. Это как это работает, вообще не понимаю. И к тому же я немножко не понимаю, как именно он должен... Сейчас в правую сторону. Окей, как же в левую? Может, эта штука не работает просто? В левую-то как? Камон, так короток. А как он вообще вытаскивается? А он не вытаскивается. Никак. Как это сделать? Такаратоми. Такаратоми Бейблейд. А, вот, я понял. Вот так выглядит Lord's Prison. То есть на него не поставить ни гачи чип, этот, который джен. Вот такой Lord's Prison. У него не снимается металл. То есть просто вот такой. Может, теперь можно поменять местами? Что-то они заморочились конкретно, я смотрю. Что-то я не понимаю. А, руками, я понял. Вы снимаете верхний чип, а после этого можете менять. Все понятно, все понятно. Так, настраиваем. Гачи! Да это не получается. Я, вот, как-то они так делают. Ну-ка. Гачи! Вот сейчас получилось. Ну, а так, конечно, круто, но... Я не понимаю, подожди, а если мы другой драйвер поставим, он будет сильно закрываться или нет? Ну-ка, обычный драйвер. Слушай, я вообще не понял. Помимо того, что драйвер и так с красной пружиной, даже любой классический драйвер все равно это самое, вы поняли. Это, конечно, капец. Ну, слушай, ну, мне вообще понравился сет. Вообще неплохо сделали. Немножко бы допилить, и было бы вообще бы сказка. Ну, а так, конечно... Я могу бомбить сколько угодно. Потом опять в комментариях сейчас кто-то пишет: «Во, ты неправильно бомбишь, я бомблю, друзья, все правильно». Но это не отменяет того факта, что мне нравится данный волчок, и это классно. Но, конечно, минусы есть, я не вижу проблемы. Ну, типа, взять детали главных персонажей, сделать волчок кастомный, типа... Ну, на ком угодно, но не на Спрайзена. Могли волтроеком поиздеваться, могли взять, допустим, драйвер от Ахиллеса, диск нулевочку от Спрайзена, допустим, и сделать такой волчок крутой с волтроеком. Но они сделали со Спрайзеном. Ну, что сделали, то сделали. Друзья, вот такое сегодня было видео. Надеюсь, оно вам понравилось, потому что мне оно понравилось. Ставь лайк, подписочка, колокольчик. Всем пока-пока.